Ай, чуваки, короче, сегодня продолжу записывать, короче, прохождение Dirt Rally. Я двигаюсь по карьере, типа, и сегодня буду говорить таким тупым голосом, ну, потому что с моим габаритом так проще намного, ну, и все привычные. Что-то мышка не слушается здесь, это плохо. Вот. И хочу купить, у меня гонки еще 2-4 всего здесь, но я попробую купить новую тачку. Вот я катался до Opel Kadett, такой шустрый, вертки был. Ну, не сильно злобный. Fiat Abarth, ну, такой плавненький был, но очень шустрый. Я удивился, что эта фигня копейка может так летать. Сейчас куплю Ford Escort, бабла, бабло позволяет даже две тачки купить. Ну, попробуем, что это за Ford Escort, но тем более все знают дорожную машину, такую задний привод. Ништяк. Как ее купить? А, надо клавой все делать. Черненькая, не знаю, черненькая. Не могу без бышки победить. Ну ладно, поедем до ней. Скажи, черная. И вот нам дают Уэльс. Ой, по этим болотам, в принципе, мне нравится по Уэльсу ездить. Очень классная трасса. Не все далеко видно до горизонта. Бывает, правда, опасные участки. Но нет таких адских шпилек, как в Германии, в Бамхольдере, например. Попробуем катиться. Сейчас, ну как бы, раз хочу сосредоточиться на ощущениях от гонки, от машины, от трассы, вообще рассказать, что здесь в игре происходит, потому что я не понимаю, зачем люди смотрят вообще на эту игру, как я здесь играю, ну и катаюсь. Трудно назвать это игрой вообще. Просто катаюсь, поставим такой вид. Ой, очень бойкая тачка. И речит она адски просто. Так и рвется вперед. Я чуть давлю на газа, летит. Сразу третью просто пушить. Руль очень жесткий, но очень сильно вырывается из рук, в отличие от всяких там фиатов или опелей, которые были здесь в 70-х представлены. Ну, типа, похоже на те тачки. Пошустрее вроде как. Но управлять, мне кажется, ей намного сложнее. Что тогда вообще не случится. Руль даже сильно крутить не надо. Вот видно, чуть-чуть ворочаю и сразу... Сразу руль вырывается. Машина скачет по дороге, как сумасшедшая просто. Вот я уже вылетел. Почти вылетел с трассы. Разворачиваться. Очень аккуратно и красиво разворачиваюсь. Как бы счет идет на время. Я не могу постоянно следить за всем. Нужно дорогу смотреть, на отметки эти вообще не смотрю. Пробовал как-то здесь, ну, в Dirt Rally играть с дочью, но это же вообще кошмар, не видно куда ехать, постоянно улетаешь куда-то, ну, просто дичь. Самое страшное это в Греции дочью. Ой, сколько знаков одновременно показывают. Ой-ой-ой-ой. Вообще опасно. Так не люблю эти опасности. Фак, куда-то унесло меня с дороги вообще. Ладно. Согласимся восстановить. Потому что выезжать я буду долго оттуда. Реально долго. И... просто нет сил комментировать что-то. Это какое-то безумие, не игра. Намного интереснее, чем играть какой-то шутан. Потому что постоянно здесь чем-то занят. Ну, если сравнивать с шутерами, то, ну, типа, такие игрульки, как Doom последние, там Unreal Tournament, 2, 3, вся это классика.
ну, там, где постоянно двигаться надо еще и стрелять. Вот, оно очень похоже по ощущениям, блядь. Дюртрали. Здесь каждую секунду что-то происходит. Какая-то кочка выскакивает под колесами. Что-то еще тут неожиданный вот поворот, очень опасные такие спуски, подъемы с горки, когда не видно, что дальше будет, вот как здесь. Я думал, надо ведь прямо ехать, или что, потом увидел тачку, и неизвестно, куда вообще лететь. Надо, конечно, до знаки обращать внимание, но, кажется, не сильно помогают здесь, когда не видно, что дальше. Я очень долго перегазовал. Сейчас улечу вообще, что-то мать с этого холма. Кстати, да, этой тачке на борде очень медленно передача переключается. Даже, по-моему, до Фиати быстрее переключается. Так относительно. А тут что-то Пежо было, а Рено, на котором я ездил, да, Рено Альпина, 60-х, которого купил, а мне, кстати, купить остальные тачки 60-х, посмотрите, что это за Карита. Так вот, там у них передачи, короче, в этом Рено очень медленно переключались. Ну, нужно было ждать время, видимо, там уже сделали такой якобы реализм, что даже передачи переключались в ту же скорость, так же медленно. У меня-то быстрее здесь они щелкаются. Но мне приходилось привыкать и как бы ждать, переключить передачу. Вот, смотрим на дорогу, подъем вверх вообще, а потом поворот налево, ненавижу такое. Ну, игра любит подкидывать сюрпризы постоянно. Посмотрим отсюда, потому что так хотя бы лучше видно, что дальше. Ну, вообще, вот, видно третьего лица, я считаю, в автосимуляторе это читерство, ну, потому что ты реально будешь просто посмотреть сверху, там, что-то, вид с крыши, ну, видеть, ну, что выше дальше. Блин, ну, в этом виде невозможно ездить так. Потому что... Это нет ощущения, что сидишь в тачке. Как будто управляешь джойстиком, но как-то непонятно, куда руль вернуть. Это, ну, позиция руля должна быть соотносима с колесами. Ой, неужели приехал? Посмотрю, каким я тут доколыпал. 5.39, не очень результат. Ну, шестым пришел. Ну, вот, что подтверждает еще раз мою теорию. О том, что если просто ехать как-нибудь, приедешь пятым по-любому. Если... Что это? Ага. Если ехать плохенько, шестым, ну, от силы седьмым, если очень плохо ехала. Восьмым, девятым вообще невозможно приехать. Надо, ну, просто угашенным говном быть. Просто полностью пьяным. Ну, первым надо лететь очень грамотно, сдать всю дорогу, каждую, как проезжать эту дорогу, надо сдать. Все надо сдать вообще. Ну, и все, будем заканчивать.